У меня тоже давно такое свидетельство, как тоже накопилось. Удавно имам свидетельство, което се натрупало со време. Это свидетельство про десятину. Твое про десятка. Вот. Десятка. Я, в принципе, всегда, как только пришла в церковь, мне объяснили про десятину. Вот как-то сумна церковь, всичко ми объясниха за десятка. Я всегда выделяла его точно, высчитывала все. Винаги брях точно и всичко и уставях. Ну, вот знаете, иногда там, типа, может не быть вот мелочи и так далее, и, ну, кладешь больше. Няку пытняла монети, слагаш повече. Ну, и у меня такая привычка уже сложилась, я тоже всегда чуть больше кладу. И имам таков навик, слага малку повече. И так прикольно, что Господь, много яко, че Господ. Он сделал так, чтобы вот как раз мои финансы вырастали до этого момента. Ну вот до этой десятины, которую я чуть больше даю. Значит, Бог такая направил, че мои доходы израствуют до този десяток, който съм сложила предния път. Да, то есть меня благословляют как-то. Благословят ме. Вот, какой-то процент так идет, и тоже и очень классно. Процент. Тоже как мотивация, если вам, например, ну, не нравится ваш доход сейчас, ако не ви харесва вашия доход сега, то вы можете выделять как раз эту десятину чуть больше Богу. Можете да слагате десятка таков. И он тогда вам этот, ну, этот доход поднимет. И может быть, что ви вдигнет дохода. Для Господа нет ничего невозможного. За Господ няма ничто невозможно. Поэтому главное тоже будьте щедрыми в первую очередь к Богу. Най-важното да сме щедри към Бог. А еще тоже как дополнение. И как дополнение. У меня всегда была какая-то сумма в голове, которую мне хотела зарабатывать в месяц. Винаги имах някаква сума, която искам да печеля. И тоже прикольно, что я особо-то ничего не делала. Не, ну, работала, понятное дело. Разбирался, че работях, но не правих нечто специально. И тоже Господь как-то поднял мне вот, чтобы я вот, ну, пополняла таблицу в этом месте, тоже посмотрела, а мне Господь добил мой финанс до этой суммы, которой мне хотелось. И я снова пополнила свои эти финансы, таблицата, и видях, че Бог наистина ми даде този доход, който исках. Поэтому главное в первую очередь быть щедрыми к Богу. Най-важното, първо, да сме щедри към Бог. И тоже видеть какую-то цель, то есть не просто Господь, хочу денег, дай мне денег. Не просто такая доказанная, Господи, я искам пари, дай мне пари, а да виждаме някаква цел определена. Да, поэтому просто, ну и работать, понятное дело. И да работим, разбирайся. Вот, и как-то вот именно цель видеть. И да виждаме целта. И нести Божью славу. И да носим Божья это слава. И тогда Господь все усмотрит. Аминь. Я тоже, Даша, так делаю. Я кладу больше.